Комплект постельного белья «Адалиска». Цена от 1090 рублей. Номер лота 18322. Это премьера. А что такое премьера на телеканале «Дисконт»? Это значит, нужно успевать купить. Потому что все премьеры, все новинки у нас разлетаются молниеносно. Тем более, телеканал «Дисконт» обожает делать так. Премьера. И в честь премьеры цена специально снижается. У нас есть три размера. Полутораспальный, двухспальный и евро. Ну и, конечно же, это роскошные ткани. Обо всем сейчас подробно Оксаночка расскажет. Оксан, вообще, а что такое адалиска? Ну, адалиска это вообще, скажем так, женщина в гареме султана, которую, да, пользуется большим успехом, которая, собственно говоря, делает комфорт своему господину. Ну, собственно говоря, все в нашем комплекте постельного белья, потому что нам комфортно, нам хорошо, мы всегда рядом с нашим комплектом постельного белья. Так. Это всегда роскошь. Знаешь, мне все-таки хотелось бы приподнять под одеяльник для того, чтобы показать все это роскошь. Посмотрите на этот рисунок, это принт, это ни в коем случае не подумайте, что это какое-то гипюровое полотно. Но такое впечатление, как будто вот действительно наш пододеяльник был вывязан, да? Да, в узор, как будто крючком, да. Посмотрите, сколько здесь нежнейших узоров, какая тонкая действительно работа, какой потрясающий принт, сколько нежности и легкости в этом пододеяльнике. Дальше мне очень нравится, как подобраны цвета в нашем комплекте постельного белья. Да, гамма такая приятная, пастельная. Да, синяя тона, но при этом спокойная, которая успокаивает взор, успокаивает глаз. Вот действительно, те цвета, в которые хочется действительно, тот комплект постельного белья, в который хочется действительно завернуться и уснуть, и с легкостью, с радостью хочется проснуться вот в таком вот комплекте. Вот смотри, Оксаночка, погладила ты своей рукой наш роскошный комплект постельного белья. Я вот тоже с тобой, кстати, его поглажу. Тактильное ощущение невероятное. Но у нас в размере евро осталось всего 14 таких комплектов. Успевайте купить. Вот сразу же уже под ограничение попадает размер евро. А у нас три размера. Полутораспальный, двухспальный и евро. Цена от 1090 рублей. Давай напомним нашим телепокупателям, что они получают по этой цене. Что у нас входит в комплектацию? Они получают полноценный комплект постельного белья, который состоит из четырех предметов. То есть двоеточие ставим. Что мы получаем? Давай. Мы получаем пододеяльник, мы видим. Он двусторонний. Это тоже очень важно, потому что очень часто бывает, что недобросовестные производители однотонные делают обратную сторону. Ну, это из Европы любят комплекты такие приходить. Так, мы простыня у нас есть? Простыня у нас есть. А давай с той стороны покажем, давай, чтобы было видно все великолепие. Давай, она у нас давай не просто есть. Она у нас такая же красивая, такая же у нас, посмотрите, ажурная. Ну, посмотрите, сколько красота ажура, какая. Сколько нежности в этой простыне. Посмотрите, как красиво это смотрится в комплекте. Она не однотонная какая-то. Чтобы да? лежать аки в шелках и в драгоценных рюшах. Да, вот действительно царская, да, ложе. Но это еще не все. У нас, естественно, есть чудо-наволочки. Чудо-наволочки. Почему я говорю, что это чудо-наволочки? Так, в чем чудо-наволочки заключаются? Во-первых, посмотрите, опять же, на этот ажурный, легкий, нежный рисунок. Спокойная тона. Но самое главное, конечно, то, что чудо-наволочка у нас имеет размер 70 на 70. Так. Такой размер подходит абсолютно под любую подушку. То есть, если у наших милых покупателей, например, подушки евро 50 на 70. Пожалуйста, вот так вот подвернете и будете спокойно спать. А даже ортопедические подушки сюда легко помещаются. То есть, это получается универсальная наволочка? Универсальный размер, да. Самое главное, Мара, что у нас нет внутри, посмотри, никакой фурнитуры. Так. И глубочайший карман. Ничего себе, обычно стандарта сантиметров 10, а здесь-то у нас больше получается... стандарта, посмотри. Здесь больше... Буквально на пол подушки у нас карман. Это говорит о том, что подушку мы не потеряем, это точно, а никакая фурнитура во время отдыха, во время сна. То есть это красивый текстильный конверт да, для нашей подушки. Да, прекрасно. Да. Оксан, про комплектацию мы с тобой разобрались. С королевским вот таким красивым стилем, как кружево мы тоже. Но скажи, пожалуйста, как, за счет чего, что за ткань здесь используют, что художники, дизайнеры создали такой красивый ажурный шедевр. Да, ты, наверное, уже успел почувствовать, да, насладиться. Да, действительно, тактильные ощущения просто-напросто непередаваемые. Вот скажи, Марат, пожалуйста, вот передай нашим телезрителям те ощущения, которые ты сейчас ощущаешь. Скажи, пожалуйста, что это? На что это похоже? Какие у тебя ассоциации? Ты знаешь, у меня вот даже с обратной стороны листочка. Вот обычно листочек с одной стороны глянцевый, а вот с другой стороны он такой бархатный. Вот здесь вот такое приятное бархатное ощущение. Ты знаешь, когда я провожу руку, даже микромассаж какой-то ощущаю. Да, это микрофибра, причем микрофибра была не так давно изобретена в конце прошлого века в Японии. Микрофибра отлично пропускает воздух, препятствует образованию грибков, а значит подходит и аллергикам, и астматикам. Поэтому, например, Европа уже давным-давно перешла на микрофибру и предпочитает комплекты именно из микрофибры. И наш комплект постельного белья быстро сохнет, стираем на деликатном режиме, он не нуждается в глажке, он не даст усадку, не полиняет, а это значит, что прослужит нам
долгие-долгие годы. Шикарный комплект постельного белья от Алиска предлагается по цене от 1090 рублей. Номер лота 18-322. Три размера. И я просто специально, Оксаночка, встал, потому что увидел, что ты кинула на нашу кровать вот такие две подушки. Слушай, да, получается, их можно прикупить вместе с нашим, да, комплектом постельного белья, потому что подушки, по-моему, какие-то просто волшебные. Ну, во-первых, хочу сказать, что у нас подушки в двух размерах. У нас размер, вот у нас комплект, один комплект, вот мы вам сейчас представляем, да, 50 на 70, а второй комплект вы можете приобрести из подушек 70 на 70. То есть у нас два комплекта. В комплекте у нас идет... Нет, закончился, Оксаночка, 70 на 70 закончился. А, закончился, да. У нас есть только 50, да, на 70. 50 на 70. Кстати, смотри, Оксана, вот это чудо из чудес. У нас комплект из двух подушек, не из одной, а комплект из двух подушек стоит 1390 рублей. Номер лота 18-271. Оксан, ты рассказывал, вернее, рассказывала, мы вот как раз подготовили, что подушки... Необычные подушки. Вот, да, они просто так окрашены вот в два разные цвета. Цвета. У нас и две ткани разные здесь. Да. Что за ткани здесь? Да, ну, ткань у нас одинаковая, это микрофибра с одной и с другой стороны, а вот внутри наполнитель, с зеленой стороны у нас наполнитель бамбук. Да, вот тут подушка бамбук, простеганная. Да. А с бежевой стороны, вот переворачивая другой стороной, у нас наполнитель натуральная верблюжья, да, шерсть. Натуральный верблюжий пух. Подушка двусторонняя. С каждой стороны у нас натуральный органический материал. А например, вот зимой а будем вот я спать, вот, с мы будем стороны, спать верблюд на верблюдике. Да. Да. А вот, например, летом мы будем спать на бамбуке. Вот тебе веточки бамбука здесь перерисованы. А скажи, пожалуйста, для, да, чего нам нужны вот волокна бамбука и верблюжья шерсть на подушке? Ну, ты знаешь, я тебе хочу сказать вообще, ну, давай с тобой начнем, наверное, да, начнем с бамбука. Давай с бамбука. Бамбук — это натуральный материал, ты знаешь, он лечит, он снимает энергетическое напряжение, он избавит вас от бессонницы. Это тот материал, это тот наполнитель, который действительно вас настроит на правильный такой вот лад. Это такой антистресс, можно сказать. А вот если мы перевернем подушку другой стороной, бежевой стороной, это натуральная шерсть. Лечебным эффектом обладает натуральная верблюжья шерсть, снимает любые виды боли, головные боли, нормализует кровяное давление. Ну вот наполнитель, который у нас находится внутри, кстати, нашу подушку мы можем легко постирать. Посмотрите, у нас внутри есть молния, так, а внутри у нас находится, собственно говоря, вот тот самый, ой, наполнитель. Облако, да. Это искусственный пух, который, кстати, у нас легко стирается. Вот, посмотрите, сколько облака. Посмотрите, какой мягкий. Кстати, на самом деле, наполнитель вы можете постирать, вы можете поменять легко. Ну и, собственно говоря, две подушки сегодня приобрести. Шикарные подушки, которые подойдут и к нашему комплекту постельного белья. Подушки с шерстью, с верблюжьей шерстью и с бамбуковым волокном по цене 1390 рублей за две подушки.